Всем привет, друзья! Находимся в Ставрополе у голубевода Александра. Вот, посмотрим, сделаем обзор голубей. Ну, расскажи, Саш, что за голуби? Ну, это маточник у меня здесь. 5 пар белых. 5 пар белых широкохвостых. И 3 пары... Мраморных и синих, блядь. Пара желтых. Синие сплошные. От этих голубей я буду брать детей. Племенной отсек, да? Да, это на племя. Голуби, вот на племя я их держу. Они уже все посадились на яйца. Вот скоро начнут голубить. Все голуби, они, эти голуби, все проверенные, все голеные. Вот. Осталось, чтобы они там сохранить их, я их пока сидят, они закрытые. Но они все летали. Они широкохвостые? Широкохвостые. Немножко там я им подливал белым обычный крови. Синие все такие. Они здесь 16, 17, 18, 19 перьев. Ну, я ими там занимаюсь, этим широкохвостом, пару лет. Вот я там, в том году у меня было 2 пары белых, блин. Но я их там погонял, выбрал, что на премию. Сейчас вот получилось у меня 5 пар белых. Летали голуби. Здесь, которые летали меньше 4-6 часов, здесь нет обычно. Даже меньше 4 здесь нет ни одного голуба. Кроме там нескольких штук, которых остальные все летали 4-6 часов. 2 часа у меня летают все голуби. Не только здесь, даже и в голубе. Но есть еще голубятня летная. Ну этих. Эти пока не летают, они уже не летают, а месяца 3. Потому что я до Нового года сказал, они это самое сидели, голуба отдельно, а голубки отдельно. Потом я их там это самое. После Нового года их попаровал, вот они посадились на яйца. Такие чистые белые, да. Не грязные, ничего. Чистенькие. Ну здесь сухо, здесь все, голубятня сухая. Главное, чтобы не было вот сырости, да, и сквозняков. Да, и чисто. Здесь не голубь попорован, а белые здесь еще не все. Не все спорованы. Ухоженные, Саш, голуби. Чистенькие такие. А на продажу есть, Саш? Здесь ничего не продаем. Там голубятня есть. Здесь пока для себя. Это маточка. А из-под них вот пескуны, которые вывозились в прошлом там году, есть, да? Ну, я их этими голубями занимаюсь
2 года. Вот сейчас что-то там подобрал уже, то, что мне нравится, и это самое. И то, что летит. То, что летит. Для меня самое главное, не голубять не чтобы били, а чтобы летали и били. Но летать они должны больше 2 часов. От 2 до 6 это нормальные голуби. Которые меньше летают, для меня это не голуби. Сейчас пройдем другой голубятник, другой отсек. Там специальные для лета голуби. Погоняем, посмотрим. Голубей в небе. Продолжение следует.